Ну, мне думается, что фраза, которая взята из Библии, сначала было слово, оно, в общем-то, очень мощную идеологическую основу имеет. И то, какую мы будем видеть историю, зависит и то, как мы будем жить. И во всяком случае, я считаю, что вот у нас все время ищут национальную идею. Так вот, если во время России, во время Советского Союза история была преподнесена так, что мы были непобедимы, и это нас грело, то сейчас, в общем, какой-то раздрызг, шатание, и точной истории нет. А если вспомнить, опять же, фразу Наполеона, который говорил, что историю пишут победители, то сегодняшняя ситуация без времени, она вообще не дает никакой точной оценки не только событиям, которые были в 20 веке, но вообще во всей истории. А если уж говорить то, что было в эпоху до Петра, там вообще полный ералаш и непонятка, кто такие татаро-монголы, кто такие тюрки, кто такие мы, в конечном итоге мы не знаем. Так что мне бы хотелось, чтобы была история, но она должна быть по возможности объективной, или их должно быть несколько, чтобы потом люди сами могли из нескольких точек зрения понять, что же все-таки происходило. Я до сих пор не разобрался.